Приветик всем! Сегодня хочу показать рыбок. Такие рыбки большие плавают. Их специально выращивают или что, я не знаю. В прошлом году видела, как выпускали мальками. В этом году они уже большие. Не знаю, может быть, их и большими выпускали, я не видела. Но видела, что маленькими. И вот мы в прошлом году приносили им хлебушек. И вот в этом году тоже. Вот такую бы рыбалку я бы сама, но здесь нельзя. Вот. Чтобы рыбу ловить, для этого нужны права. Так вот. Здесь маленькая рыбешка плавает. Интересно, где крупная? Сейчас, наверное, подплывет. Сейчас с другой стороны. Вон она. Самая, наверное. Вот такая рыбешка здесь плавает. Вот такую, знаешь, такая рыбка. В Балхаше на озере. Такую вылавливают. Вот на такую рыбалочку. А нельзя. Ну, конечно, можно, наверное, где-то на речке, если есть специальные права рыбацкие. Так вот приходим, рыбку кормим, когда хлебушек остается, чтобы не выкидывать. Здесь собачек, кошек бездомных нет. Как в Казахстане много кошек и собачек. Ох, как рыбеха там плескается. Ну где она? Хлебушек я вроде уже накидала. Сейчас подплыть до... А вот она. Их таких больших очень много здесь. Видно, сытые, уже, наверное, накормили их. Давай, кушай. Стесняется. Все, вокруг плавает, плавает. Так. Пойду на той стороне гляну. Тут маленькие плавают. Сытые, наверное, что ли?
как-то под водой плавают, а кушать не хотят. А вот, плывет, плывет. Он кушает. В Казахстане я тоже рыбку ловила. И в Балхаше на озере. И так на маленьких речушках. Но мне больше нравилось Балхаше, потому что там рыбы много. Плавает, плавает. Ой, плюскается. Вот она какая огромная. Конечно, есть и больше. Ну вот, здесь так ее выращивают. Вот сколько много ее. Не знаю, видно по видео, нет. Прям под водой. Большие рыбехи. Не знаю, самые это или не самые, с усиками какие-то. Ну и вот она. Вот еще одна выплыла. Сейчас я еще подкормлю их. Не может ухватить. Какие ротики у них большие. Шустрая схватила. Вот такая рыбка здесь, а в парке. Водится. Мальки тоже плавают, маленькие. Наверное, крупную эту, наверное, может, выпустили. Вот так вот. Такой водоемчик здесь. Он сказала, что большой. Тут под мостиком тоже протекает. Там сцена. Концерты какие-то по праздникам. Рядышком жилые частные дома. Летом здесь очень много цветочков выращивают. Такие и тюльпанчики, и пионы, и яблоньки растут здесь. Яблоки потом просто валяются, гниют. А здесь как домик такой, тоже он весь в цветах, тоже высаживают. Рядышком лес. Березки есть, кусочек России.
В этой стороне там дальше немножко детская площадка, горка, качели. Вот, хорошо. Вроде бы сегодня не так уж и тепло. Ну, это солнечно. Без ветра. Мы сегодня вышли прогуляться, рыб подкормить, чтобы дети на детской площадке поигрались. Муж пошел сейчас на детскую площадку с детьми, а я здесь решила рыбёх показать. Вот так вот. Ну, пойду дальше, покажу вам, если будет вам, конечно, интересно дальше посмотреть это видео, там, где детская площадка, березки, какая природа вокруг. Вот такой домик, там рядышком выставляют стульчики, можно посидеть, там лавочка, скамеечка, стоит, цветочки высадили уже. Тюльпанчики уже даже отцветают. Сейчас поближе подойду. Вот цветочки желтенькие. И тюльпанчики рядышком красненькие. Высаживают вот так вот, как змейкой. Птички поют, вот так вот цветочки. Вот эти желтенькие, я даже не знаю, что за цветочки, как они называются. А это тюльпанчики какие-то маленькие такие, коротенькие. Тоже змейка вот так вот высадили, каждый кот высаживает. Гуляют с собачками, с детьми. Просто пожилые люди прогуливаются здесь по парку. Вот так вот. Деревцы так красиво украшают, обстригают. Скамеечки, где можно посидеть, отдохнуть. А вот березки. Такие вот березки здесь, кусочек березок. Кусочек России. Хорошо здесь. Свежий воздух, спокойно. Можно отдохнуть. Небо голубенькое. И тут детская площадка. Детишки вон с мной бегают. Много сегодня. Мы вчера тоже были здесь. Гуляли с детьми. От нас этот парк находится где-то полчаса ходьбы. Летом здесь вот так вот все полностью в цветах. Вот. Сейчас, конечно, весна, летом красиво, может быть, еще засниму, покажу. Пойду пройдусь дальше. Вот мой малыш маленький идет своими ножками. Видите, мой медвежоночек. Здесь детская площадка, качельки тут. Марка, на качельку идешь? На качельку пришел, да? Там качелька занята, мальчик катается. Побежал, побежал. Раздолье здесь. Есть где разбежаться. Здесь такие картинки какие-то, картины. Сейчас сына своего старшего покатаю. Все, поехали.
Пойду молодость вспомню. Окей. Пойду сына еще покатаю. Малой наш тоже поехал кататься. Ой, как хорошо, да, сынок? Ой! Качели с адреналинчиком. Классную такую придумали для детей. Хотя тут, по-моему, и взрослые катаются, как я. Рядышком лес. О, уже 6 часов вечера. Часики пробили. Вот так вот в ряд лавочки. Правда, с просветами крыша, а дождя не спрятаться, если будет дождик. Пришла на детскую площадку здесь вовнутрь. Синенькие это как качалочки. Лошадки здесь, качалки. Песка здесь километр. Канавки. Бывает, воду выпускают. Сейчас водички нет, потому что прохладно. Горочка здесь. Вовнутрь зашла. Все из дерева. Что покрашен? Небо, что ли? Все из дерева. Не покрашено. По-моему, даже лаком не покрыто. Здесь любят все натуральное. Кошка на горку. Здесь водичку выпускают. Вот так она по канавке текет. Так, пойду поднимусь на горку, покажу сверху, как все это, этот парк видно. И здесь качельки такие, на которые мы сейчас катались. И пойду поднимусь. Старшой бегает. Я с тобой хочу с нами ехать. Угу. Я сюда хочу. Зачем тебе сюда? Ну, видишь, там. Ну, туда, вдруг ты упадешь, там что-то непонятное тоже наверх. Так, здесь дверца деревянная. Я с тобой хочу с нами чесаться. Давай, съезжай, я тебя на видео снимаю. Горка такая вот. Ну, вот этот парк. Конечно, не весь. Давай, спускайся. С горки, что ли?
тоже самой прокатнуться. Юность вспомнить. Но не буду, а то люди засмеют. Скажут. Клушка. Куда она лезет? Солнышко светит. Птички поют. Все из дерева. От сырости даже дерево позеленело. Мой Филиппок маленький там идет. Филиппочек. Малыш. Мартин! Мартин! Маму видишь? Сынок! Ну, вот так вот показала маленько, как мы прогуливаемся, что с нами рядышком. Вот такие лошадки-качалки здесь, там девочки катаются. Вот сколько песка возле нашего дома. В нашем дворе тоже песка много. Сын постоянно песок каждый день приносит в обуви. Ой, кто там? Ой, кто там? Ругается что-то? Ругается что-то? Что такое, сынок? Мартик. Мартик, ухо открытое, пап, закроем ушки. О, небо какое. Сейчас покернешь. Здесь в леску водятся зверюшки. Что-то тут памятник какой-то. А, в лесу есть памятники. Так, это лестница. Что-то люди прогуливаются. А, вот. Дятел здесь есть. Мышки, что ли? Жучки какие-то. Ну, это такая карта этого парка. Вот рядом с парком еще вот лес. Птички поют. Воздух свежий. Ну, на этом, наверное, буду все заканчивать. И так уже много времени снимала. Пойдем еще прогуляемся немножко. Да, потихонечку пойдем до дома. Это уже начало 7-го. Ну, елки какие высокие. Лавочки, мусорки. Все для людей. Рукой закрыла. Ну, на этом я буду заканчивать свое видео.
Вот. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Ну и на этом все. Всего хорошего, всего вам доброго. Берегите себя, своих близких. Пока-пока!